Чё-то кофе горячий оказался. Чё? Пожалуй, я оставлю. Добавлю чуть-чуть вот снежка свеженького. Ага. Отлично. А вот это что было из туалета? Какая же красота этот лес ваш. Это ваша Карелия. Мы приехали на первый спецучасток для ознакомления. Сейчас ждем, пока приедут судьи при старте. И будем записывать уже стенку первого спецучастка. Так вот, я еще вот о чем подумал. Завтра нам ехать почти 4 часа в ковше. А у меня вчера после там 3 проездов так спина уже болела. Это, конечно, добрый вечер. Поэтому я тоже сейчас думаю, как завтра 4 часа в ковше. Ну ладно. Увлекательнейшее приключение. Завтра 4 спецучастка и в субботу еще, сука, 8. Прикольно. Ну давай на своем штурмовском покажи людям. Нет, ты не объясняй, просто вот. Нам мне надо... все понятно. Нам... Ну, не, ну вам штурманью, конечно. Ну, поехали, ну. Поехали. Я тебе... Короче, твое все. Дело, вот баранку крути. Вот, работа твоя баранья как. Ой, какая красота! Мы доехали сейчас. О, чуть телефон не уронил. Мы сейчас доехали все спецучастки уже по 2 раза. И что ж, ну классно. В общем, и по. Смотри, покажи. А? 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 Есть такое дело. Класс, и погода, ну невероятная. Природа, все. Дух захватывает, и иногда даже не веришь, что ты в это проезжаешь. Охрененно, вообще просто космически. Сейчас мы еще чуть-чуть подснимем. Мы что, остановились-то, кстати, говорят. Сейчас назад сдашь. И чуть-чуть. Да. А обо всем этом можно будет посмотреть в нашем HGTV Автоспорт в опасности. Эмоции переполняют. Короче, это очень интересно, круто. В общем, в итоге самое главное, наша задача была понять, что с первого раза мы записали правильно. Степа читал, я делал то, что он говорит правильно. Мы действительно быстро ехали, то есть там 140 порой на хайлике, там и прыгали, и трамплины, и все. А какие-то совпадения не перестают нас сопровождать, поэтому, опять же, бензиновый хайлакс, добрый вечер, полный бак. Сегодня, на самом деле, 40 литров сегодня скачали. Блять, 40 литров сегодня потратили. А еще вопрос. Мы назвали один из поворотов клитор. Почему мы так это сделали? Вот там идет дорога. И мы первый раз, когда проезжали, увидели вот эту какую-то разрушенную церковь. Сейчас еще про нее прочитаем повнимательнее. Но она, сука, такая криповая. Я первый раз, когда увидел, просто разгрузил кирпичей столько, что ну, представить себе невозможно. Это ангелы. Вот эти торчащие фигуры, это ангелы. Черт побери, они выглядят как просто черты. Черты, а не ангел. Говорит там. Что сделать? Идите мимо, а инстинкт приключений говорит там, сходите в нее вовнутрь. Да, стоит зайти внутрь, потому что как раз... Ух, там кто-то пробежал. Твою мать, реально, с этой стороны это выглядит еще более крипово. Если ты еще не пел, было бы вообще хорошо. Короче, стрёмно. А как зайти туда? Есть там вход? Ну, конечно, нет, блядь. Ну, с той стороны. Нужно обойти с еще более страшной стороны. Вот туда вот. Не, на самом деле, это прикольно. Криповенько. Криповенько. Может быть, следовало бы съебаться отсюда.